Всем привет, с вами Мошка. Да, я вернулся на YouTube. И, кстати, знаете, что меня не было где-то 2 месяца? Ну да. Почитайте. Не, 3 месяца я ничего не снимал на YouTube. Я не знаю, почему так произошло. Я, честно скажу, я это все расскажу чуть больше. Потому что мне надо долго объяснить вам. Не очень долго. Потому что мне надо долго объяснить вам, что произошло, что у меня там случилось. Почему так долго не вышел мой влог. Я 3 месяца не снимал, потому что я последний снимал в январе. В начале января и выкладывал влог последний. Это в феврале, получается, в марте. Вы понимаете? 3 месяца я ничего не снимал. А также 5 месяцев я не выкладывал фотографии и видео, ну, в интерграме. Я это хочу вам побольше все расскажу. Поэтому я сейчас иду в авиапарк. Я на Кандинском поле. Жилый комплект, не знаю, как называется, но мне это нравится. Жилый комплект. Очень дорогое жилье. Увидите, короче, в авиапарк я чай иду, только один, там далеко. Смотрите, какой вид на Москву. Красивый вид, конечно, красивый. Кстати, кто пожаловал на мой канал, вы знаете, что я надолго не был. Я попал на 3 месяца на YouTube, а также на 5 месяцев в Инстаграме. Поэтому я вам сразу скажу, я не укажу ни YouTube, ни Инстаграма. Потому что если я уйду с YouTube, тогда мне будет вкусно. Нечего делать, тогда скоро же лето. И я не знаю, что вам хотят. Если скоро будет лето, а что мне делать дома? Нечего, конечно. Я люблю снимать влоги, а также ролики. А также я... Сразу скажу, что я в ближайшее время там дам второй канал. Возможно, на английском языке. Я буду и читать английский язык, а тоже читать голосом, чтобы у меня речь стала лучше. Я хочу, чтобы я разговаривал намного лучше, чтобы вы понимали хорошо. Поэтому я делаю субтитры, чтобы вы поняли меня. Итак, первое, что я не укажу YouTube. Я думаю, никогда. А возможно укажу, это не точно. Но в этом году я точно не уйду из YouTube, потому что не хочется. Я буду снимать каждую неделю влоги. Я буду стараться для вас, поэтому подпишитесь на мой канал, это же весь несложно, и также лайком. Я буду стараться для вас. Кстати, почему у меня не было долго? Во-первых, я не приколок. Последний раз я снимал вот этот влог, 8 января, 9 января, вот. Февраль, март, апрель, ну, 2-3 месяца я ничего не снимал. Поэтому я не люблю холод. В январе было на улице прямо же холодно, в феврале было -30 в Москве, -25 в Москве точно было.
Вот, я не хочу, чтобы у меня руки холодные. И я шел, вот, снимал блоки, а у меня руки замерзли. А я перчатки не люблю найти. Вот так, вот. Я думаю, что это плохо. И что еще хочу сказать? Это первое. Второе. Мать, вот, 6 марта я уехал к родителям в гости. И я сразу заболел коронавирусом. Я не знаю, как это. Я это вирус подцепил тебе. Я не понимаю. Я надеялся, что никогда не заболел коронавирус. Но нет, заболел коронавирус. Страшно, конечно. Вот, что еще хочу сказать. Во-первых, коронавирус. Я не знаю, что это вирус. Я когда приехал домой, у меня сразу температура поднялась, слабость. То еще мне было холодно. Вот я когда выпил таблетки, и у меня температура упала, и мне жарко стало, очень жарко. Потому что я в кровати, в кофтах, в штанах лежал. У меня была высокая температура, слабость. Что у меня было? Каши, голод болел. Голод болел прям уж. Голод болел прям сильно. Я не знаю, как это. Величие было очень тяжело. Температура 3 дня. Были высокие, до 39 температура, но потом упал. Я в неделю, 3 недели. Ну, я тоже не 3 недели лечил там дома. Я планировал неделю остаться в родном городе, а потом уехать в Москву. Но получилось 3 недели, я там остался и не уехал в Москву. Вот так. Потому что мне не пускают в Москву, правки не дают, не выпитывают. У нас клиника просто ужас, я не знаю как. Вы знаете, что в Москве клиника намного лучше, чем в другие города. Я не знаю, почему так. В России не так хорошо, потому что это нечестно. Почему в Москве все хорошо, а в остальное деревня? Почему? Ой, это страшно. Я не знаю, что будет дальше в России, там приходить. Ладно, закроем эту тему. Короче, я выздоровел коронавирусом, слава богу. Было тяжело, конечно, но я старался вылечить и вылечил. Вот, это что, зимой холодно, минус 30, я не могу снимать. А второй коронавирусом заболел, вот. Третий, я постоянно, ну, каждый день хожу в колледж, я там учусь. У меня есть 2 дня, ну, 3 выходные, 2 дня. Я могу снимать влоги. Мне тяжело, конечно, но я очень стараюсь для вас. Я не хочу уходить в YouTube. И точка. Потому что мне больно будет. Без вас. О, на улице тепло стало. Тонко. Москва, Сити. Кадынка. Вот это кандынка. 4 башни, жилькомпе. Я не знаю, как называется, это жилькомпе. Вот, а дальше вот это. Жилькомпе на пикалы. Ну, это кандынка, более. Если вы не играли, то не были здесь. И вообще не приезжали в Москву. Я бы посоветовал идти погулять. Отдавшись, иди в Токио-центр авиапарк. Это недалеко от центра.
10 минут до эко от Энта, а там недалеко. Близко. Вот так. Вот, вот, вот. Катерина Жилинка, я не знаю, конечно. Посмотрите-ка. Они там потуи. Они вокруг везде. Не, ну да, почти. Тяги! Вы меня поняли, что мне не было надолго. Я официально возвращаюсь на YouTube и буду продолжать снимать с вами. Каждую неделю я буду снимать. Если пропущу, можно по шопе. Да, да, я точно говорю. Каждую неделю я выкладываю видео на YouTube. Но я не могу, когда я могу. Я не могу кататься, когда я могу постоянно выкладывать. Я думаю, точно в субботу буду снимать? Нет. В субботу буду выкладывать. Каждую неделю в субботу. Но это не точно. Может пораньше, может больше. Поэтому в субботу 15 часов на моем канале, 15:30. Но это не точно, потому что, не знаю, я вам официально скажу на следующей неделе. А может, в следующем году? Я почитил. Итак, скажи, я вылечился коронавирусом. Дима, на улице уже нет, скоро лето, тепло. Наконец-то, я очень доволен. Буду постоянно снимать ролики. Каждую неделю, а также ролики, но ролики я не могу каждую неделю снимать, потому что у меня времени мало. Но я думаю, в ближайшее время я буду снимать ролики на большом камере. Поэтому в летом, возможно, я буду снимать ролики. На большом камере, а не влоги. На этом канале влоги, а я еще там другой канал, то там возможно ролики. Поэтому я заканчиваю этот влог. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы кто-то помнит, подписывайтесь на мой канал. Да, да, прямо чат делаете. Это же весьма сложно подписаться на мой канал. А также ставь лайк по ликам. Я вас люблю. Такой прекрасный вид на Москву. Всем пока. До связи.